Правоохранителями Витебщины с начала года зафиксировано почти 300 случаев мошенничеств. Из них почти 70% – это преступления, которые были совершены с использованием глобальной сети интернет. Зачастую злоумышленники обманывают доверчивых граждан при покупке товаров в несуществующих интернет-магазинах, а также через объявления в соцсетях. Большой популярностью у мошенников пользуется схема, которая приводит к потере денег после оформления кредита. При этом преступники представляются сотрудниками банка или силовых ведомств и под различными предлогами убеждают взять на себя крупный займ. Жертвами подобного рода ловушек стали уже более 70 жителей области. Напоминаем, ни в коем случае не общайтесь с людьми, которые пытаются отправить вас в банк для того, чтобы помочь в вымышленной операции по поимке злоумышленников. Так действуют мошенники, которые оставят вас с крупным долгом, и вам придется возвращать деньги в банк. Мне зазвонил телефон. На обратной стороне была женщина. Она сказала, что пришла женщина в банк, по моим данным, хотела взять кредит. Что, чтобы поймать мошеннику, это данные выдаются в наших банках. Что мои данные дали в нашем банке. Я пришла в банк, мне дали наличку. Она очень просила, чтобы мне дали на карточку. Все время была со мной на связи. И после того, как я получила деньги, она меня направила в торговый центр, где находится инфокиоск. И вот этот инфокиоск у меня высосал 5000 денег. Я все туда уложила. И теперь у меня не денег, и кредит надо платить. Остерегайтесь мошенников, бандитов всяких. Я не думала, что так со мной получится. У меня дочка так пострадала, вот теперь платит деньги.